Так, задавай его, снимай. Так с какой целью-то вы оградили здесь? Скажите, пожалуйста. Мы же вам уже все рассказали. Вы не рассказали, вы не сказали. А вы вызвали полицию? Да, вызвали. Полицию. Где полиция? Слушай, ну, так видимо, и ждем. Ну вот мы тоже сейчас только что уточняли. А с какой целью вы оградили это? Ну давайте мы вы полицию. Вы не хотите нас выпустить? Нет, почему? Давайте мы сейчас полицию вызовем и все определим. Нет, мы же не подождали момент. Граждане, чтобы не было такого, что мы сейчас вам что-то объясняли. Потом полиция, потом приедет еще прокурор. А почему вы не хотите нам объяснить? Ну, давайте мы вам все объясним, мы при сотрудниках полиции. Нет, вы сейчас, пожалуйста, объясните. У нас тут люди хотят уехать, а тут ленточка. Мы можем проехать? Конечно, плохо. Давайте выпустим. А для мы никого нет. Не так держим. А вы скажите, для чего вы ее повесили? Да, здесь, еще раз пожалуйста. Повторяю, давайте полицию сейчас пригласим. Мы вот сейчас только что уточняли, полиция едет. Вот с нашей а для стороны, чего вы пригласили полицию? Для того, что мы считаем, что вы здесь находитесь незаконно. Мы объясним. Тоже так же считаем. Вот вы со своей стороны, пожалуйста, вызовите полицию. Мы со своей уже вызвали. Ну, то есть мы, соответственно, а документы. Что тут неясная полиция, да? Давайте мы все полиции будем объяснять. То, что, и вы объясните им, для чего эту ленточку повесили? В том числе. Наш юрист сейчас подождет. Документы. Полиция, все а покажет. Почему вы утром не привезли документы? Даже не утром, а мы давно вас просим эти документы. За пределами этого города. А почему вот вы работаете без документации? Мы работаем с документацией в оригинале без общего. Для того, чтобы показать полиции. Если она считает нужно показать вам, покажет вам. А почему мы до сих пор вы этого не сделали? Сделали, еще раз говорю, сделали. Еду сюда, сделали. Скажите, вы предъявили документы я полиции? Я не буду говорить, кто я. Я же не спрашиваю, кто вы. Ну, вы же давайте я, вот давайте я и документы, и а на каком основании? И на каком основании? Давайте полиции. А почему вы с нами еще, не хотите разговаривать? Поговорю при сотруднике полиции. Я еще ничего не сказал, у вас уже ваши активисты говорят, что вы там кого-то там захватили, там что-то куда-то поменяли. Мы это расцениваем как угрозу. Вот, а мы считаем, что мы должны все по закону сделать, все показать, рассказать полиции. Вы считаете, вот это по закону, да? Я считаю, что это по закону, и я готов это объяснить. Пока полиции не было, почему вы при полиции не оградили это? Еще раз говорю, готов это полиции все спокойно, цивилизованно объяснить, рассказать, показать, доказать. А зачем вы столько охраны? Слушайте, ну давайте еще раз говорю, полиция приедет, мы все объясним, покажем, расскажем.